Много букв. Ну ладно, окей. Блин, почему эта яма Драуграф настолько жесткая? Она жестче, чем вообще все нафиг боссы. Самая жесткая пока что в этой игре есть, это яма Драуграф. Еще одна дверь, но это точно нужно. Еще одна дверь. Сперва нужно до нее добраться. Переберись и поищи там. Кажется, там маховик. Затейник? Мы уже Атрей, вот еще задача на размышление. На подумать. Нужно ли тому, кто всю жизнь провел в борьбе как тюр, пытаться себя показать? Такие попытки сеют лишь разрушение. Но если по пятам разрушения пойдут злодеи, то какая тогда разница? Ты же сильный. Либо ты правильный. Сила мужа проявляется не на войне. Надеюсь, однажды ты это поймешь. А чё это? Зачем это? Похоже, этот механизм сбрасывает руду в жёлоб. Кажется, выходит. Так, хорошо. А, теперь. Может, есть способ скинуть платформу? Эй, мы справились. Жду у двери. Легкая загадочка. Думаю, здесь. Подожди. А, вон там чё? Ну нам сюда, не, подожди, окей, значит сюда. Значит, что-то интересное. Ну что, вернемся и проверим последнюю дверь? Да-да-да. А, типа срезка. Велите земле не трястись. Знакомое зрелище. Мы снова попали в спиральную часть шахты. Ага. А, ну это я просто, типа, скороходку открыл эту. А, ну значит, короче, в этой двери нихера нет. И сейчас нужно будет просто обратно возвращаться и все. Господи. Сейчас, значит, за этой дверью облом просто. Вы слышали, братья? Да. Похоже, мы не одни. Не спи. Гляди в оба. Я слышал стоны. Сюда шлак. Звук шел оттуда. Там есть проход наружу. Пацана первым, конечно, его не жалко. Атрей, мои слова тебя задевают? Да я все понимаю. Братья! Погодите, там впереди, кажется, свет. О, кажется, пришли. Засов, чтобы то, что внутри, осталось внутри. Ого. Да, кладовые с одеялами так не запирают. Я понял, что нам делать. Ёлка. Так. Осуждаю. О, просто люди? Биврёст. Эйнхерии могут накладывать биврёст на шкалу здоровья. Эффект биврёста проходит со временем. Но враги могут подорвать его последующими атаками на седок урона. Это же биврёст!
Сзади! Блядь. Да они там уже сгорели 300 раз нафиг. О! Хуя там! Красиво. Кто-то не хочет, чтобы мы туда попали. Мы уже близко. Так вперед. Красивая заруба. Двой. Реально тюр? Тюр! Что это за уловки, Один? Какие игры ты затеял сейчас? Мы не с Одином, мы хорошие. Эти клинки. Коллега. Я тебя знаю. Бог-убийца. Ну это в прошлом. Ты пришел за мной, да? Дать тебе свободу. Нет, не подходи! Брат, дай-ка я. Тюр, Тюр, слушай, ты ведь меня знаешь, да? Ты убил Мимира! Нет, 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 нет! Да, мы же его оживили! Нет, не подходите ко мне, убийцы! Чё-то он вообще... Он нужен! Что-то поехал немного мужичок. Бля, и убежали еще все. Стражники еще кто-то взялись. Брат! Брат, сзади! Да подожди. А, во! А, нет, я не вкачал, что ли, это или что? Не врёшь! Смотри, оба, брат! Ну, сейчас они сами там подорвутся. Блять, это не надо было открывать. Это не надо было открывать. Слышишь? Что за странная музыка заиграла? Юр, кто? Не друзья. Как-то такая прикольненькая. Отрей! Сюда! Отрежь путь! Ну, блин.
Похоже, сейчас мне ужасно поболтает. Это последний. Давай найдем парня. Так. Ой, а как? А я не знаю как. Тут все в порядке. Все будет хорошо. Оставь меня. Тюр, послушай, клянусь, мы не причиним зла. Мы вытащим Уходи тебя. Прочь. Отведем туда, где Один не достанет. Пожалуйста. Это мой отец. Ну что ты копался? Мы помогаем. Я должен вернуться, прошу. Он ведь рассердится. Разве ты не воин? Разве ты не лидер народов? Соберись! Сын привел нас сюда. К тебе. Глянь на него. Ты. Зачем? Ты меня не знаешь. Знаю, за что ты боролся. Ты помог великанам. Мы хотим вернуть долг. Мы? Мы уходим. Ты идешь с нами. Была статуя. Там ты с копьем. Я решил, тебе нужно... На что, опереться? Нет. Спасибо тебе, но я справлюсь сам. Но... Ладно. Ой. Я бежал, ибо не всегда вижу реальность. И порой... Шизанулся чел, просто в тюряге сидел не один. Не стыдись этого, брат. Сейчас очень непростое время. Согласен. Вы тоже его слышите? Пора возвращаться. Нет, ты один его слышишь. Живитель с этим. Ты чувствуешь? Ветер дует вот отсюда. Может, поблизости есть выход? Как мне следует называть вас? Я Трей. Мимира, ты уже знаешь. Просто спаситель. А это мой отец, Кратос. Отчего сын Спарты решил поддержать Йотунов? Моя мать была последним великаном Мидгарда. Лафей. Лафей. Я помню это имя. Она тоже пыталась помогать всем. Она ушла в свет Альфхейма. Соболезная. Ты в порядке? Когда мне просто так нравится вся эта мифология. Кайф. Позвольте мне помочь вам. Хотя бы в этом. Ого! Зачем приходить за мной гневать Одина? Ну, грядет Рагнарёк. Надеюсь, ты знаешь. Мы думали, ты поможешь. Вы пришли за мной, чтобы начать войну? Нет. Тюр, приятно, наконец, повстречаться с тобой лично. Так, сейчас развернусь. Мир, что с тобой стало? Пошел по твоим стопам. Предательство, бессрочное заключение, кошмарная пытка от рук всеотца. Ты такого не заслужил.
А кто заслуживал? Ну, у меня хоть вид из тюрьмы был получше. Мы нашли его на вершине горы. Он весь врос в дерево, и чтобы освободить его, пришлось... Ой! Вот так. Изящное не так. Решение. Главное, все довольны. Не случайно. Ты как? Просто я... так давно не видел света. Впереди есть лесок. В тени тебе не будет так резать глаза. Идем. Ты сказал, Рагнарёк идет. Значит, Бальдер... Бальдер мертв. Один отправил его найти великана в Мидгарде, а он нашел Кратоса. Ну а я пообещал довести этих двоих до высочайшей вершины всех миров, если они отрубят мне голову и уговорят Фрейю меня оживить. Мимир, речь о Бальдере. Я к этому и веду. Вы же не только рубили всех подряд. Ха, мы вернулись на болото. Береги. Так, вон там камушек, ну понятно. Нет, все в порядке, все Господи, ну что такое, нафиг? Что за бог войны нафиг такой? Вот нафиг, греческая закалка. Да блядская ты ящерка. Враг справа! О! Бля, эта камера иногда вообще, я присасываюсь, она так ёбнуто себя ведёт. Реально. Она прям очень дёргается. Идём. С ней невозможно... Надо уходить, пока, ну, типа, снова не напали. С ней невозможно играть. Тебе стоило взять копье. Смог бы защититься. Я отказался от насилия. Но ты же бог войны! Это осталось в прошлом. Ну, как и у меня в целом. Если Один начнет Рагнарёк, ты и впрямь не будешь биться. Нет, даже если б захотел. Два бога войны в отставке. Прежде чем мы пойдем, ответь. Чего именно вы хотите? Ты говоришь о Рагнарёке. Вы пришли сюда за богом войны. Такой тюр вам нужен. Атрей. Я... Простите. Я благодарен за свободу. Но если вы хотите, чтобы я участвовал в войне, или еще хуже, возглавил ее, то лучше убейте меня. Я не хочу войны. С меня довольно. Никто тебя не убьет, брат. Это лучше, чем дожить до Рагнарёка. Мы не хотим войны. Нам нужны ответы. Я не знаю, как вам помочь. Это не важно. Великаны тебе верили. Вот какой тюр нам нужен. Нужен ты. Ладно. Мне нужно лишь отдохнуть и немного поесть. Что-то в итоге ничего не обрисовал. Был у меня охрана, что несла мне еду. Брат, может, расскажешь, чем закончилась та история? На нас напали сыны Тора. Мы их убили. Бальдер хотел убить Фрейю. Я его убил. А про то, как мы бились с валькириями и освободили их,
и что великанов больше нет, и что они назвали меня Локи, и что мы нашли святилище. Что и... с великанами? Когда мы попали в Йотунхейм, все были мертвы. Мертвы? Думаете, это Один? Мы не знаем. Опа. По-моему, мы очень вовремя уходим. Что-то отсюда. Лупаска какая-то пошла жесткая. Что это? Подкрепление из Асгарда. Энхирии наверняка захотят выяснить, куда я подевался. О, калаш матит с неба как. Они путешествуют между мирами по небу? У Одина в запасе трюки, о которых мы и думать не смеем. И в Нидавеллир отправятся. Гномам ничего не грозит. Тебе поздно об этом волноваться. Надо так. Уходить. Скорее. Уйди через мистические врата. Хорошо. Ого. А, это эти, это, блядь, нафиг, гвардия Одина, что ли? Все, я понял. Все. Россия. Я давно его не видел. Уже позабыл его красоту. Тюр, ты когда-нибудь слышал от великанов что-то про Локи? Прости, но это имя мне не знакомо. Великаны очень скрытные. Были скрытными. Ну еще бы. Возможно, отдохнув. Ну ничего, сейчас зачилишься. Нормально. Дом в дереве. Господин Тюр, вы правда живы? Я жив? Возможно. Ясно. Он просто устал. Я сказал, что у вас найдется приют и пища. А, ну разумеется. Что ж, посмотрим, что можно устроить. Прошу, входи. А, мы сейчас. Будь я прав. Ай мы. Ну, нифига что, себе. Судя... Что делать дальше? Нужно все обдумать. Да блин, пацан нас как поговорим бы ведет, но мы не понимаем мулик вообще. Типа, мулька-то в чем? Ну ладно, утром так утром. Поговорить с Мимиром наедине. Спокойно, спокойно. Да! Ох, спасибо, так намного лучше. Видишь? Доброй ночи, Тюр. Я пойду спать, завтра много дел. Что ж, Тюр, нам пора выполнить обещание. Давай-ка устроим тебя на ночлег. Прошу, за мной. Эй, иди сюда, взгляни, что у меня есть. Да, обязательно. Мы тут никому не помешаем. Я все обустрою. Вероятно, под твой рост придется изготовить новую кровать. Прошу, не нужно так хлопотать. Я отвык от просторных мест. У вас есть каморка для метел? Да, но там хранятся метлы. Мне подойдет. Если честно, там мне будет спокойней. Что ж, а как насчет еды? А, я неприхотлив. У вас есть сухари? Сухари? Или морские галеты тоже подойдет. Я... И немного соли. Ну, сейчас что-нибудь отыщу. Кринж. Нашли руду с родины, да? Да. Ну, давайте сюда, я починю что-нибудь. Так, давай, статуэточки по 4 соточки, нормально. Что? А, спасибо, что принесли. Коти инхерием теперь не достанутся. Да, блять. Значит, Левиафан, чё тут, ничего не усилить, это можно улучшить. А, удача. Бля, не знаю, ну давай. Улучшим. Просто особо видишь, ничего не... Ну, типа... Каменное дерево надо, нифига себе. А, она уже третьего уровня, потому что... Так, щит каменной стены не улучшить. И это тоже не улучшить, нифига себе. Ну, а я-то готов. А, что-то мало вообще стафа. Реально мало.
Давай, короче, купим. Все равно просто не будем юзать это, правильно? Как бы. А, нельзя. Ну ладно. Блин, ну окей. Так, поговорите с Мимиром наедине. Блять, а что здесь? Кратос Левиафан. Удерживайте R, чтобы применить прием ледяное пробуждение для топора, повышающий защиту и сопротивление сбиванию с ног. Да... не надо. Стоп. Карта. О, прикольно. Так, ну просто поговорить. Возможно, этой ночью я смогу уснуть. По-настоящему. Спокойным сном того, за кем не следит око всеотца. Ладно. О чем думаешь, брат? Брат, братан, братишка. Я думаю. Я хочу, чтобы все было как раньше. Да. А я бы хотел вновь залезть на дерево. Как раньше. Кое-чего уже не вернуть. Убивать богов, сжигать деревни. Балдеж. Романтик. Отрай в последнее время слишком беспокоен. Я тревожусь за него. Я знаю, брат. Но чрезмерная опека его не убережет. Парень хочет учиться на собственных ошибках. И как ни горько, но Тюр одна из них. Никогда не видел настолько сломленных, как он. Его боль свежа. Не требуй многого. Да, возможно. Жаль, Фрей еще хочет твоей смерти. Нам бы ее в союзники. Этому не бывать. Да, я уже понял. А, магия, кстати, стрел-то не работает, у него же были... Что, не спится? А! Не смей так ко мне подкрадываться. У меня есть дела в Мидгарде. Зеленые стрелы у него были. Я думал, мы напарники. Ну да, но... Вдруг ты бы не пошел со мной. Хочу навестить... подругу. О, ясно. Фрею. Хотя, или чё? Не стоит этого делать, учитывая, что она хочет тебя убить. А, реально Фрею. Она не станет. Слушай, это здорово, что ты видишь в людях лучшее. Я одобряю. И будет чудесно, если ты продолжишь так делать, при условии, что тебя не убьют. Это риск, но она нужна. Уверен. Идея, Кал. А, мне играть надо? Позволь предложить другой вариант, менее рискованный, Хера. Но тоже способный дать ответы. О чем ты говоришь? Об одном твоем знакомом, которого ты давно не видел. Об огромном знакомом. Йормунганд? Ты его нашел? Змей! Давай покажу. Это Змей? Все равно по пути к мстительной богине, что хочет твоей смерти. Заодно еще раз обдумаем, надо ли к ней идти. Так, ты знаешь, где Фрея? Нет, нет. Ну, вернее, да, но... Слушай, давай сперва поговорим со змеем, а потом я не отведу тебя к Фрейе. Что скажешь? Я за пацана могу играть! Нифига себе! Блин, ну Фрея, ну кал, конечно кал. Просто прикольно, что сейчас было, нафиг, мечта эпилептика. Да блин, она нас хватит, не знаю, будет удерживать и так и будет шантажировать еще. Чтобы Кратос пришел, типа, нас спасать нафиг. Блин, ну я хочу змея. Ну, в смысле, увидеть. Хорошо.
Хорошо, что ты прихватил ключик Дроссиля. Я выскочил, забыв свой. Ха, уже устал от такого количества гостей? Что? Не, просто решил подышать воздухом. И все. Надеюсь, холод тебе по душе. Пацан просто съебался. Может, сперва заглянем к вам домой? Возьмем с собой твоего мохнатого приятеля? О, нет. Я же тебе не сказал. Фенрир умер. О, мне очень жаль. Для волка он был крайне чистоплотен. Спасибо. Я бы тебя обнял, но зачем нам обоим давить? Ой-ой-ой! Подожди, а что это у меня? Бля, реально! Уя. Тяу-тяу-тяу. То есть, короче, а я только издалека могу. Ага. Это скьялфа. Это просто какая-то, типа, заряженная атака. Ты так можешь? Ты никогда так не делал. А, это щит. Нифига ты, чел. Ладно. От башни Хельхейма веет чем-то ужасным. Помнишь, как туда идти? Ага, мимо грибцов. Но помнишь? Ты поэтому думаешь, что Йормунганд рядом? Говорю тебе, чую. Да, с тех пор многое случилось. А мне нужны ответы. А вон оно что, мы здесь с Тором. Короче, мы здесь дрались. Так. Хочешь посмотреть? Нет. Мы, короче, здесь с Тором дрались. А это вот эта главная база. Вот здесь же был этот вековой змей. Он здесь и плавал. Бля, прикольно, вообще кайф. Так-то реально разнообразили геймплей. Сундук. Не поддается, да? Тиквейт. Помолчи. О-о-о. Ну, блин, герой, герой. Блин, а как мне воевать в ближнем бою? А, луком просто вот так? Ну, оно само собой не взорвется. Так, некоторые металлы реагируют на звуковые колебания. Нажмите, ага. Ну, так что произошло? Отец сказал, когда Фенрир умер, я сотворил заклятие. Но я не знаю, о чем он говорит. Случайная магия? Тревожный знак. Так, а это, кстати, какой-то А, я помню, я эту шляпу чем-то разбивал. Подъемник сломан. Случайная потом магия — это не все. Еще я превратился в медведя. В медведя? Здесь люди были. Да, но я не сдержался. Фрейя лучше всех понимает магию. Она поможет. Но не магию великанов. Ладно, давай сделаем по-твоему. Огромный ядовитый змей явно безопаснее. Он ядовитый? Не, ну змей-то хороший. Блин, пацан шустренький. Пока звуковые стрелы восстанавливаются, вы сможете стрелять обычными стрелами, запас которых не ограничен. Ага. Стреляй в бочку. На ней тоже камень звука. Или нет? Чё? Ёлка. Да. Приятно, верно? Ой, это ничего. Здорово, Синдри. Камень звука. Не так. Пройти. Откуда вообще здесь рука от статуи Тюра? Пойдем, и я тебе расскажу. Ого! Кажется, будто тебе не впервой. Ну, только как-то слабо это помогло, честно говоря. Я один не подниму. Разве что с помощью. На меня не смотри. Кто знает, в чем оно? Ага. Не, ну... Похоже, грибцы что-то там прячут.
Как бы прожечь путь? Да. Жаль твоего отца. А, прожечь. Все. Я не об этом. Понял. А что? Ну, а, все, понял, господи. Что-то тоже тупанул. Короче, огненные стрелы, да, будут или что? Ёпа! Так что с рукой? Тор спросил с твоего отца кровавый долг и получил его. Ого, как интересно. Как думаешь, это может случиться снова? Ну, то, что ты станешь медведем и впадешь в буйство. Не знаю. А кстати... Мы тут не одни. Прикроешь? Прикинь, я могу за медведя драться. Я их не коснусь. Да тебе и не надо их касаться. Мне нравится эта идея. Ну что ж, попробуем. Блин, ну если бы я мог превращаться в медведя, это было бы баска, конечно. Не помешает. А, что ж, ладно, тогда... Арваута! Ну, слабо. Ой. Бля, прикольно. Все, еще? А что это? А что это? Ой! Смотри, по хребтине. Спасибо, что потратил столько полезных штук. Тебе ведь нужна была помощь. А, ну хватит. Так. Ну вот, рычаг управления сломан. Ты ведь справишься, да? Или весь талант действительно достался твоему брату? О-о-о. А вся сила досталась твоему отцу? Если я скажу «да», ты считай согласишься, что весь талант у Брока. Все, пойдем. Опа. Почему ты сегодня такой нервный? Для меня главное заботиться о тех, кто мне дорог. Чтобы с ними ничего не случилось. Фрея меня не убьет, а Йормунганда тут, скорее всего, даже нет. И потом, я ему нравлюсь. Он съел меня всего однажды. Я сделал все, чтобы забыть эту сцену. Ну, мы на месте. Конкретно все замело. Ну, покажите змея, пожалуйста. Говорил, нет. Так, может, его позвать? Мы пробовали трубить в рог. А я говорю не про рог. Йормутею! Сену! Ну да, совсем не странно. О, пошла жара. Ну, они не могли без этого змея. Ну, куда? Thank you.
все! Ну не будем тебя задерживать! Поговорили. Ярмин, что бы это значило? Что надо было сидеть дома? Согласен. Возвращаемся. Ну ладно, хоть жив-здоров. Кентафурик наш. Чё, домой? Может я... Чё-то лук у тебя, чел, вообще имба, не? Просто дай мне закончить. Закончить что?